Водители, которые выезжают по новой дороге с Армады на улицу Терешковой, должны проезжать дальше и только там разворачиваются. Но многие игнорируют правила дорожного движения, игнорируют знак и разворачиваются прямо здесь, по сути, выезжая на полосу встречного движения. Honda создает впечатление, что планирует поворачивать под знак, чтобы развернуться и отправиться в сторону центра. Сейчас мы посмотрим. Да, водитель игнорирует знак и спокойно себе разворачивается. Еще одна Honda старенькая пошла на разворот, за ней серебристая Kia. Вот Баргузины, 12-е, вероятнее всего сейчас будут разворачиваться. Так, смотрим. Да, так оно и вышло. Но 12-е нет, 12-е дальше поехала. Та серебристая Kia нарушила правила дорожного движения. За ней джип Subaru пошел, Kia красная, RAV4 Toyota, Hyundai Solaris, вот они все одна за другой разворачиваются там, где этого делать нельзя. Сразу 4 машины проезжают, разворачиваются в этом месте. Жигули, отечественная там пятерка, да, она умудряется еще по второму ряду развернуться. Итак, мы переехали на другую сторону улицы Терешковой, то есть машины, которые будут разворачиваться в этом месте, по сути, будут выезжать прямо на нас, так как делает водитель этой ВАЗ-12 модели. Она не только проехала по встречке, получается, но и разговаривает по телефону. Citroёn, красивый универсал. Он выезжал по новой дороге со стороны Армады и встал на разворот. Hyundai также идет на разворот, там, где этого делать нельзя. Вот что здесь можно сказать? Наглость водителей зашкаливает. Зашкаливает настолько, что это не передать, потому что мы стоим перед водителями, они нас видят. Нашу рубрику «Засада» знают наверняка все автомобилисты, потому что существует она не первый год. Тем не менее, автомобилистов не останавливает ничего, и они продолжают движение, игнорируя знак. А вот, Никит, смотри, да, вот такси. Водитель, который возит пассажиров, который отвечает за безопасность пассажиров, разворачивался вторым рядом. Итак, мы на этом месте находились, ну, не больше 10 минут, и сколько машин нарушило правила дорожного движения, сказать я не берусь. Скажу одно: много, слишком много, и ничего автомобилистов не останавливает, даже присутствие камеры, да, которую они видят.